вами снова я, Паха, и сегодня будем играть в мире Террария. Ну что ж, это будет первое наше прохождение, и их будет примерно 400, ой, какие 400, ё-моё. Их будет где-то штук 14 всего лишь. Ну да, так как боссов всего лишь только 14. Одна серия, один босс. Но я вам не буду обещать, возможно, будет где-то 20 серий. Посмотрим, как будет по обстоятельствам. Да. Так, ну и что ж, поехали. Первым делом нужно создать своего персонажа. И я это сделаю за кадром. Так, ну вот я создал своего персонажа, и давайте его назовем. А назовем его как и мое имя. Под названием, так, под названием Паша. Так, все. И давайте-ка идем. А, точно. Кого давайте-ка-то? Ладно, давайте зайдем в нашего персонажа. И как видите, у нас нет миров. Мы нажимаем на кнопочку Nav, New. И затем создаем маленький мир в нормальном режиме. Называем его Survival. Я раньше называл. Ладно. Так. Нажимаем далее. И, короче, у нас Crimson. Ой, какой Crimson? Искажение. Ну и я пока что подожду, когда он создастся. Ладно. Давайте до паузы. Фух, это создание длилось довольно долго. Не очень долго, а довольно долго. Где-то, ну, минутку, может быть. Ладно, попадаем в наш мир. Заходим, точнее. Ну, это понятно. Так. В принципе, лагает не так сильно. Это хорошо. Если что, это мое первое видео. Если вы смотрите, когда у меня было много, будет, наверное, много видео. Да. Так. Что ж, давайте добудем деревья и продолжим. Так, ну я думаю, 215 бревен хватит. Ну, как вы думаете, что мы делаем далее? Правильно, фундамент для нашего дома. Прямо так быстро переместился вообще. Очень быстро. Так, ну давайте я его застрою, и мы продолжим. Так, ну вот я это делал. Только, кажется, здесь не хватает освещения. Мне кажется, ну так будет в самый раз. Да. Не разблокировалось достижение. Ладно, ну сейчас погнали в шахту и немного подлагивать. Мне это чуточек раздражает. Всего-то. Ну ё-моё, вот как? Вот как меня бесит искажение. Crimson, в Crimson такого нету. Ну ладно, давайте пройдемся назад. И там, я видел, была пещера. Случайность. И да, кстати, пока не забыл сказать, скажите свое мнение, как вам то, что я вот так вот много... Ого. Ай! Много за кадром пропускаю. Если вам нравится, то просто пишите об этом в комментариях. Ну, если не нравится, то либо ставьте дизлайки, либо пишите тоже об этом в комментарии. Я все читаю. Лол. Это, наверное, самая бесполезная вещь, которая могла выпасть из золотого сундука. Почему именно она? Я вообще не понимаю. Ну, а вот это большие залежи платина. Если что, будем знать. Кстати, да, он с платиной. Да мне прям везет на
Да ладно. Ласк Тук. Это очень лайкабос. Это прикольно. Что там больше ничего нет, да? За это там, кстати, этот есть. Что? О! Как он называется? Там, где пауки, короче, обитают. Не паутина, а это. Такое. Короче. Сейчас я добуду этот кристалл, и мы потом встретимся в интересном месте, наверное. Ё-моё, вы только посмотрите, что я нашел. Не этот светящийся биом, не знаю, это биом с светящимися грибами, а вот, это данж. Только одно. Здесь очень опасно. Просто очень. Там что-то светится. А, это спор джунгли. Ладно, в принципе, больше в этих подземельях нету интересного. Хотя давайте дальше спустимся в музей. Ладно, и продолжим, если что, в интересном месте. Интересное место я нашел, не правда ли? Свою смерть. Ну, не прям в реальной жизни, но... Стоп. Офигенно! Давайте еще сейчас добудем этого. Ой, нет. Немножко... Да уйди, я сказал. Кстати, это я забыла. 10 когтей. Что? Давайте быстренько сложим. Если что, продолжим, когда я уже, наверное, построю еще две комнаты. Поехали! Я надеюсь, что-то записалось. Так, ладно, продолжаем. Я ничего не выиграл, отстаньте. Что-то там какая-то фигня происходит. Но не буду это... Лол, прикол. Так, надеюсь, запись идет. Ну вон, красный ФП, значит, запись идет. Ой, и кровавая луна. Офигенно. Так. Ну, я думаю, поставлю на паузу пока что. Шутка от Мишутки. Ха! Кстати, знаете что? За весь день был ни одного слизня. И вы, наверное, задаетесь вопросом, откуда я случайно взял те факела вот эти? Нет, я их не считерил. Я их нашел в базах. Ну, потом, если что, я вам покажу эти базы. Ладно, ну, я думаю, на этом вот стоит заканчивать. Ну, вот, на этом моменте много здесь факела не дорасставил. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока, друзья. Гы-гы-гы.